Ему сегодня только не хватало взять и заплакать, прислонясь к стене, чтоб постовому дети рассказали, как за углом на улице один сидит и заливается слезами сидеющий высокий гражданин. Каждое слово, каждая строчка отрывка про умирающую мать поэмы «Первая любовь» Константина Симонова пропитана болью, горечью и сожалением. И Артему Мамедову на 100% удалось передать эти эмоции зрителям. Пока ты сам не прочувствуешь его, ты не передашь его зрителю. Тут не только в этом дело, надо выразительно, ну, понимать, о чем ты читаешь. Не просто так вышел, прочитал, да, это не пойдет так. Мать – это самое главное, что есть в нашей жизни, поэтому я выбрал именно этот стих. Это уже третье участие и вторая победа студента в республиканском конкурсе чтецов. Артем стал одним из лучших среди 123 участников со всего региона. Когда выступали наши ребята, в зале стояла полнейшая тишина, говорит наставник и руководитель студенческого кружка «Живое слово» Игорь Рожков. Это стихотворение я хотел в блоке с тем, с той частью стихотворения, этой поэмы, читать. Но меня все время душили слезы. Я решил так это, на вот тебе, и я буду вот работать с тобой вот над этой вещью. Я когда с ним работаю над этой вещью, действительно комок в горле, действительно это, ну, это по-мужски. И я когда вот осознал то, что мы сделали, вы знаете, гордость, да. Игорь Вячеславович отметил, что выступление наших студентов стало самым ярким и эмоциональным. Им удалось полностью раскрыться на сцене. В итоге Салават Идрисов получил почетную грамоту за участие, а Артем Мамедов занял первое место в номинации «Поэзия». Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».